Новый амфитеатр на 1200 мест возводят на территории историко-археологического парка Херсонес-Таврический. Об этом сообщают представители военно-строительного комплекса Министерства обороны России, разместив видео на своем YouTube-канале. Амфитеатр на данный момент выполняется монолитные работы, готовность 70%. Верхние отметки амфитеатра здесь будет пультовая. Пультовая будет в ротондах, которая будет регулировать там освещение. И за амфитеатром будут два АБК, административно-бытовых корпуса для переодевания артистов. Также военные строители отмечают, что центральная часть и лестница псевдоантичной постройки будут подсвечены. На трибунах установят сиденья, выполненные из лиственницы. На сцене амфитеатра собираются проводить художественные представления и исторические реконструкции.